Очередная новая группа в дошкольном учреждении района на этой неделе приняла малышей. Открылась она в детском саду номер 5 Славянска на Кубани. Это специализированная логопедическая группа, оборудованная по самым современным стандартам. Строители за 90 дней из 3 спортивных залов детского сада сделали уютную группу на 20 мест. Ранее здесь проводились занятия спортом. Теперь помещению вернули основное назначение. Поздравил малышей и их родителей с открытием группы председатель районного совета Григорий Литовко. Дети, я вам хочу пожелать, вот сегодня необычная группа, логопедическая группа. Вы научитесь правильно говорить. Это, наверное, важно. И хочу вам пожелать здоровья, чтобы здесь весело вам было, чтобы вы развивались, самое главное, потому что в обществе и развитие в общественных садах у нас более развитые дети. Хочу пожелать вам здоровья, мира, добра, благополучия. Ну а детскому саду процветания, с праздником! Финансирование проекта осуществлялось по краевой программе. Всего капитальный ремонт обошелся в 2 миллиона 730 тысяч рублей. На эту сумму было введено в строй помещение с отдельным входом, коридоры с санузлом, отремонтирован навес, благоустроили прогулочную территорию группы. Родители очень довольны, что у нас откроется эта логопедическая группа, именно выделенная группа одна, вот, что там детки будут учиться говорить правильно, связно, красиво, грамотно. Вот. У нас выделен, ну не выделен, он работает давно, логопед Кащенко Галина Васильевна, вот, уже не первый год, опыт работы очень большой. Вот. Что дети будут заниматься отдельно от всех детей. Открытие новой группы стало настоящим подарком для Дарьи Резвушкиной. Они с сыном Сережей давно ждали возможность посещать специализированную группу. И теперь эта возможность у них появилась. Мы очень долго ждали открытия логопедической группы. Очень красивая, просторная, сделана по новым технологиям. Я думаю, нашим детям здесь будет уютно. Они будут расти, развиваться, учиться правильно разговаривать. Наши драгоценные воспитатели им в этом помогут. Благодаря открытию дополнительных групп и строительству новых садов, очередь в детских садах сокращается. А это значит, проблема с нехваткой мест в детских садах постепенно решается. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».